Это офис Воронежа, 27 августа. К нам пришел участник 94 года. Представьтесь, пожалуйста. Воробьев Александр Юрьевич. Очень приятно. Александр, можно на «ты», да? Это... Скажи, пожалуйста, сам участвовал в 94 году в МММ? Нет, не сам, конечно, участвовал. Это мне, можно так сказать, по наследству досталось. А, родители участвовали, родители, да? Родители участвовали, да, тогда еще был совсем молод. Понял. А как впечатление у родителей, не интересовался вам от участия? Ну, родители получали какие-то дивиденды, там было дело там небольшие, но ну, в кино что? Сходить, мороженое поесть, в те годы, что достаточно там, радость детям подарить. Да. Хочу спросить, а сам вникал, разбирался, что такое МММ? Как, да, как вникал пару лет назад, где-то почитал, понял, что сам посыл изначально был правильный, вот, и то, что сделали с грамотным посылом наше государство, это было не совсем хорошо, мягко говоря. Именно, имеешь в виду разрушение? Разрушение, ну, да, да, присвоение капитала и прочее. Угу. Ну да. Что хочу сказать, как узнал о том, что у нас такая акция, что мы принимаем билет? Мать сказала. А она где узнала? Не знаю. Да? Ну, наверное, скорее всего, по рекламе или в газете. Ну, а может, уже и слухи ходят, да, по городу, потому что. Я услышал, решил прийти, потому что, издание. В принципе, идея здравая, была и есть. Вот. Поэтому... Покажи, пожалуйста, акцию. То есть ты сдаешь 10, а, ну, у тебя 20, да, 20 билетов. То есть хорошо, мы у тебя ее выкупаем, принимаем, начислим в личный кабинет тебе 1500 рублей, и ты сможешь ее вывести, их вывести на свой счет. Скажи, ты участвовать в современной действующей системе, да, хочешь? Есть намерение? Да, желание есть, поучаствовал бы. Отлично, отлично. Система прекрасно сейчас стартовала, 20% платят в месяц, так что желаем хорошего участия, готовы помогать, в чем будет необходима тебе помощь, пожалуйста. Спасибо. Можешь на нас рассчитывать. Ну и, конечно, главное это... Благодарю Сергея Мавроди за... наше счастливое детство. Да, за систему, да, за идею, да, за дело, которое он не бросил. Удачи. Да, да. Всем нам удачи, ведь вместе мы можем многое. Ну все, пока-пока.